Всем привет! Вы на канале «Современные родители». В этом обзоре речь пойдет про очиститель воздуха Bonneco P340. Чтобы не пропустить новый ролик, активируйте колокольчик и подписывайтесь на канал. Для вашего удобства под видео я оставлю ссылки на магазины с выгодными ценами. Надеюсь, обзор будет полезен, и вы поддержите канал лайками и комментариями. Эффективный и надежный очиститель воздуха, оснащенный мощной многоступенчатой системой фильтрации, сенсорами качества воздуха и функцией ионизации. Изящный прибор, выполненный в утонченном дизайне, незаменимый помощник для людей, страдающих аллергией на шерсть домашних животных, цветение растений, бытовую пыль. Прибор захватывает загрязненный воздух из помещения и пропускает его через специальный двухслойный фильтр. Фильтр надежно удерживает сверхмелкие частицы, устраняя из воздуха пыльцу, вирусы, пыль, шерсть домашних животных, пылевых клещей. Кроме того, прослойка активированного угля блокирует посторонние запахи и поглощает табачный дым. После очистки воздух насыщается отрицательно заряженными ионами, в результате чего воздух приобретает целебные свойства. Прибор способен качественно очищать воздух на площади до 20 квадратных метров. Когда фильтр будет нуждаться в замене, на приборной панели загорится оповещающий индикатор. Фильтр необходимо менять в среднем раз в год. Bonneco P340 имеет несколько режимов мощности. Отдельно стоит отметить авторежим, который позволяет прибору самостоятельно подбирать режим интенсивности очистки. Авторежим полагается на работу встроенного сенсора, который сканирует состояние воздуха и автоматически определяет требуемую скорость работы вентилятора. Пользователю остается только принять решение о включении или отключении ионизации. Ионизация поддерживает процесс очистки, позволяя достичь более успешного результата. Для удобства эксплуатации очиститель оснащен таймером на выключение. Можно отсрочить время отключения прибора на 1, 2 или 8 часов. Очиститель оснащен функцией памяти на предустановленные настройки. Я проанализировала отзывы и выделила основные негативные и позитивные моменты. Сейчас расскажу о них. Сначала отрицательные. Очень шумный. Кнопки при нажатии гремят, как у дешевой китайской поделки, издают громкий писк. Очень яркая подсветка у кнопок. Громоздкий, тяжелый. Сменные фильтры дорогие. Ионизатор – это просто кнопка. Дорогие расходные материалы. Теперь перейдем к положительным. Симпатичный дизайн. Легкая установка фильтра. Довольно компактный. Легко чистится. Собирает кучу пыли и кошачьих волос. Устраняет запахи. Легко собирается. Хорошо очищает воздух. Воздух чистит, на предфильтр собирает шерсть и крупный сор. В описании под видео вас ждут ссылки на магазины с лучшими ценами. Подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить выход нового обзора. Лайки и комментарии приветствуются. Сейчас для них самое время. До скорой встречи на канале «Современные родители».